Комплексная проверка боеготовности вооруженных сил началась в Беларуси. В ревизии будут задействованы органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, а также подразделения сил специальных операций. Кроме того, на сборы будут призваны около 1400 военнообязанных из запаса. Также для участия в проверке планируется привлечь около 20 единиц техники, принадлежащей государственным органам и организациям. Придавать реалистичность учениям будут военнослужащие сил специальных операций. Они будут имитировать действия условного противника. Основной задачей, которую мы поставили себе, это проверить уровень подготовки командного состава, слаженность штабов всех уровней. Проверка завершится проведением тренировок, командно-штабных, штабных учений различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой на различных полигонах. Планируется, что сегодня и завтра ряд подразделений будут выполнять учебно-боевые задачи, связанные с перемещением гусеничной и колесной техники по автодорогам республиканского значения. В связи с этим в Минобороны просят водителей быть предельно внимательными при встрече с военной техникой. Напомню, в прошлом году проверка боеготовности белорусской армии также началась в конце января. Тогда из запаса были призваны около 1500 военнообязанных, в том числе 50 женщин с военно-учетной специальностью.